Но я думаю, все равно всю правду не скажет. Каждый будет себя выгораживать. Каждая компания будет выгораживать себя. Что Аэрофлот Норд, что Аэрофлот. Наши службы диспетчерские говорят, что было нормально. Прием посадки никаких не было. Причин для катастрофы. Москва говорит всем по-другому. Говорили, что что-то вот неожиданно, какая-то ситуация возникла, что пилоты даже были растеряны и напуганы вот этот момент. И что там могло произойти? Может, кто-то вошел в кабину, может, теракт какой-то или что-то.